Приветствую вас, уважаемые друзья, это канал Hobby Fly. И речь сегодня пойдет об ND-фильтрах для раздетой GoPro. История, значит, такая. Заказала себе относительно недавно комплект ND-фильтров на Banggood. ND8, ND16, ND30, в общем, стандартный комплект. Там он почему-то был по такой привлекательной достаточно цене. И эти фильтры ехали ко мне, прошли таможню и все. В общем, как там потом выяснилось, что продавец отправил с какой-то хитрой такой логистикой, что по России данный трек-номер не отслеживается, и эти фильтры, возможно, даже приехали в мой город, но ко мне ни по какой-то причине не попали. То ли курьер до меня не дозвонился, то ли не хотел звонить, в общем, ну не знаю. На меня вышел Banggood. С такой вот, соответственно, извинился, вернули мне деньги, и я, собственно, потом заказал себе аналогичный комплект, и сейчас вот он едет опять ко мне. Вроде как бы история с хорошим концом, но летать без фильтра, так как я недавно начал осваивать вот такой вупчик от Beta FPV, ну, в общем-то, не очень, скажем так, потому что на любой GoPro раздета она или одетая, вот, собственно, без разницы. Лучше, конечно, использовать ND-фильтры для смягчения картинки и получения такого более кинематографичного эффекта. Вот, ну, в общем, не будем, так сказать, о грустном. Сначала я вспомнил свой опыт с Session 5, где я лепил тренировочную пленочку такую с 20% затемнением, и в принципе получалась достаточно неплохая картинка, хотя данная тренировочная пленка имеет такой немножко желтоватый оттенок, и картинка немножко желтила, ну, свою роль она выполняла. Вот, и в общем, я думаю, блин, надо что-то с этим тоже такое наколхозить, и сначала просто взял и банально скотчем, в общем, у меня вот такая вот труба этой пленки, да, я банально вырезал вот такую пластинку и вот так вот прилепил ее скотчем на корпус GoPro. Конечно, вообще такой просто мега колхоз получился. Вот посмотрите, что из этого вышло. Сейчас будет такая вставочка. Как вы видели, картинка так себе, мало того, что получается размытость какая-то там, замятость вот этой пленки, и, в общем, где-то есть фокус, где-то его нету, в общем, не знаю, полное, блин, дерьмо получилось. Вот, и тут я, блин, подумал, блин, у меня же есть, собственно, 3D-принтер, почему бы мне не сделать ND-фильтр самому? Вот, и у меня, смотрите, что получилось, вот такая вот штука. Сейчас я покажу, как это устроено. Этот ND-фильтр плавненько налезает на объектив и получается очень симпатично. Вот. Значит, смотрите, какая история. Вот эта пленка с 20% затемнением, это, в принципе, ND20, да, назовем ее, потому что по затемнению эта пленка очень в один слой, когда она очень похожа на ND16 на затемнению. Вот, если сложить ее в два раза, мы получаем что-то типа ND32. Вот, и как она, вот этот у меня типа ND16, а вот этот ND32. И очень-очень просто это устроено. Здесь у меня два колечка, одно как бы вставлено в другое, а посередине пленочка. Вот она. Получается очень практично. То есть фильтр состоит вот из таких вот двух элементов. Комбинируя вот эти вот пленочки, мы можем получить, в принципе, любое затемнение. Да, как бы можно положить ее одну, как я сказал, что это будет уже ND16. Можно положить их две. Просто не надо обязательно
там, блин, извращаться и врезать по кругу, а достаточно вот, ну, приблизительно по размерам вот этой вот окружности вырезать. А главное, кстати, руками, пальцами особо не трогать, иначе, ну, получаются вот эти ляпы, а протирать ее очень, очень геморройно. И накрываем сверху другой крышкой. И вот наш фильтр. А недавно я полетал с этими фильтрами, вернее, с фильтром, где у меня две пленки с 20% затемнением, 40% затемнения, это ND32, был достаточно яркий солнечный, яркое солнечное утро, потому что, ну, днем это назвать нельзя, такой косой свет, и, в принципе, получилось очень атмосферно. Сейчас вот вы можете в этом убедиться. Мне очень понравилось. И если не смотреть на то, что он немножко желтит, в принципе, можно найти тонировочную пленку, которая будет немножко другого оттенка, ближе, например, там, ну, к темным тонам, к черным, да, скажем так, к тому, что вот выдает вот эти вот фильтры. Вот, в общем, смотрите. А, и значит, особо нетерпеливым я все-таки рекомендую досмотреть данный ролик до конца, потому что в конце я объявлю условия розыгрыша вот этой вот коробочки. Это у нас, как я и обещал, мы разыграем корпус для Nugget GoPro с бэком. Так что давайте смотрим ролик.
Ну, в общем, вот такая вот история. Значит, у данного решения, конечно, есть плюсы и минусы. Плюсы – это, собственно, простотень, и в этот фильтр, в общем, никогда не разобьете, а если вы его повредите, собственно, то вынимаем пленку, ставим другую пленочку, это без проблем, в этом случае этот фильтр получается вечный. Трудозатраты на него вообще практически никакие. Нарисовал я вот эту вот несложную конструкцию где-то там за 5 минут, а печатается два кольца 17 минут. Вот, и вес у него там вообще смешной. Сейчас давайте взвесим, что на то пошло. 1,2 грамма. 1 грамм. А, ну, минусы, соответственно, очевидны. Это, в принципе, не стекло, поэтому как бы светопроницаемость у него немножечко хуже. Но, в принципе, картинка получилась такая, мне показалась достаточно атмосферная. И есть такой небольшой муар. Ну, в общем, не знаю, кому как. Мне, в принципе, понравилось, что получилось. Можно попробовать поэкспериментировать, найти тренировочную пленку другой, скажем так, тренировки, да, или как это называется, колировки, вот, и уже сделать, значит, другой фильтр. Вот, таких вот можно напечатать колечек очень много, вот, это абсолютно мне не сложно, если кому надо, пишите, я напечатаю и вышлю, вот, абсолютно бесплатно. А сейчас давайте перейдем к розыгрышу. Разыгрываем корпус от BetaFPV для камеры GoPro 6. Вот здесь в комплекте у нас, собственно, верхняя и нижняя часть, комплект винтов, проводок и плата питания с бэком. Условия такие: все как обычно на YouTube, все стандартно. Значит, вы подписываетесь, подписка, лайк под этим видео и оставляйте комментарии. Давайте в этот раз пишите свои контакты, оставляйте свою электронную почту. А через неделю, ровно в это же время, мы произведем розыгрыш, и кому-то достанется данная коробочка и еще два ND-фильтра моего производства, ND20 и ND40, назовем их так. Все, ребят, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Всем пока, до новых встреч.